вы на канале Королевы Мистики. Сегодня я заказала на сайте Darknet куклу Барби Экзе, и уже с минуты на минуту курьерщик доставит ее прямо ко мне домой перед началом. Перед тем, как мы получим эту посылку, не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк и написать самый крутой комментарий, потому что именно он попадет в мое видео, как этот. Друзья, ну что, идемте скорее получать нашу посылку. Она уже стоит за этой дверью. Просто поглядите. О, вот он, заветный чемодан с этого сайта. Я не знаю, короче говоря, это очень опасная вещь, но Барби Экзе — это, блин, жутко интересная новая тема, которую снимают все популярные блогеры на Ютубе. И сегодня я заказала эту куклу себе. Она стоит очень-очень дорого, друзья. Ну, блин, оно того, я так думаю, что стоит. Давайте вместе с вами поскорее откроем эту куклу. Воу, жесть, просто поглядите, какая офигенная упаковка, ребята. Жесть, это реально Барби Экзе. Короче говоря, я пересмотрела весь американский YouTube Барби Хоррор. Это просто супер какой-то новый бум, новый тренд среди блогеров хоррор-серии. Короче говоря, ребята, мистика вам обеспечена после того, как вы получите эту куклу. В общем, в описании было написано то, что как только я распакую эту куклу, начнет происходить реальная мистика, друзья. Прямо сейчас мы с вами это проверим, друзья. В общем, разглядим получше упаковку. Поглядите, у нее глаза очень-очень стрёмные. Они какие-то красно-черно-белые, черные зубы. Ее платье все в крови. И повсюду на упаковке написано 3 AM. Друзья, если вы не знаете, что такое 3 AM, это на английском 3 часа ночи. Грубо говоря, если ты распакуешь проклятую Барби Экзе в 3 часа ночи, то она придет. Давайте, короче, скорее распаковывать и посмотрим, какая же это Барби внутри. Итак, ребята, смотрим, что же там у нас. Ого, я вижу ее белые шикарные волосы. Слушайте, какая она красивая. Реально, у нее тут волосы еще замотаны. Так, их можно, наверное... Ау, ау, жесть. Шевелюра, смотрите, какие красивые белоснежные волосы. И Барби выглядит достаточно, блин, прикольно. И платьице такое у нее зеленое. Выглядит она, конечно, прикольно. Очень у нее крутые белые волосы. Она... Ребят, жесть. Мне что-то померещилось. Помните куклу Барби, которую мне прислали вместе с Хэппи Милой из Макдональдса Барби Экзе? И она еще тогда в моем видео, кстати, это видео вы можете посмотреть на моем канале по ссылке в описании, вот оно как называется, ребята, она там сгорела, и она мне сейчас померещилась. Я не знаю, кстати говоря, напишите в комментариях, вы что-то видели, что-то вы заметили, нет, потому что мне какой-то Дим, ощущение, кстати, меня снимает мой оператор Дима. Всем привет. Вот, и ты, Дим, ты что-нибудь заметил? Потому что я что-то рассказывала про эту куклу Барби обычно, но, ребята, это просто какая-то жесть. Посмотрите, как она похожа по упаковке, да? Только и у этой все платье в крови, а это абсолютно нормальная кукла. У нее нормальные ботиночки, такие туфельки розовые. Посмотрите, что-то какие-то ноги, правда, у нее какие-то обожженные. У нее должны быть серьги. Ну, в коробке еще кое-что осталось. Давайте я достану. Офигеть. Просто гляньте, что внутри. Это пистолет Барби Экзе. Она реально хладнокровная убийца. Это реально игрушечный пистолет Барби Экзе. Посмотрите, он даже заряжается. Интересно, есть там патроны или нет. Ну, давайте попробуем стрельнуть, что ли, вот в сторону куда-нибудь. Жесть! Слава богу, ничего не произошло. В общем, пистолет игрушечный, так же, как и Барби. Давайте ее покатретни. О, господи, посмотри. Дим, посмотри, у нее какие-то... Вроде шевелюра шикарная, а здесь в середине голова какая-то пробитая, лысая. В принципе, ничего необычного. Ладно, ребята, так как... Блин, а у нее ноги связаны, погляди, как в гробу делают. Покойникам обычно связывают руки и ноги. А у нее были привязаны вот так вот волосы и ноги. Интересно, а зачем были привязаны ноги? Странно вообще, ребят. Ладно, давай распутаем тогда эти ноги ей. Что это было? Мама! Кто здесь?
Кто здесь? Барби? Барби Экзе, это ты? Офигеть. Неужели это туфли, блин, отвалились, напугали меня. Ладно, оставим туфли с пистолетом здесь. Барби Экзе, это ты? Здесь кто-нибудь есть? Давай проверим, что будет, если оторвать Барби Экзе голову. И поставим скрытые камеры. Посмотрим, придет ли Барби Экзе ко мне домой или нет. Я что-то слышу, и мне кажется, что она должна обидеться, если я оторву ей голову. Блин, она не отрывается. Жесть. Жесть. Ты слышал? Ребята, это очень рискованно. Короче говоря, смотрите. Я оставляю саму Барби здесь. А голову я забираю с собой. Мы ставим скрытые камеры. Наш таксист посмотрит, что будет происходить. А живет она или нет. Короче говоря, голова у меня. Все закрепил. Голову мы забираем с собой. И валим. Короче говоря, посмотрим. Может быть, будет что-то происходить. Барби? Барби Экзе? Что ты здесь делаешь? Что тебе нужно? Оставь меня в покое! Пожалуйста, уходи! Дима! Она напала на меня! Сейчас, что происходит? Отцепись! Дима, помоги! Ирина превратилась в Барби. Вот. Не понимаю, что происходит. Куда она идет? Что с тобой? Ирина? А что это на мне, Дим? Ты где? О, а что да? Это? Черт! Жесть! Что произошло? Напала на меня. Кто? Барби. Барби Экзе была здесь? Да. Офигеть! Что, настоящая? Реальная? Я не понимаю. А что со мной происходило? Где кукла?
Где кукла, которую мы заказали? Она где, Дим? Я не знаю, она потерялась. Она Жизнь, давай, ее нужно найти срочно. Где ты? Блин, она что, в меня вселилась? Да. Я что-то помню отрывками. Дим, что она делала? Что она делала? Скажи! Она напала на меня. Как она выглядела? Ну, как Барби. С белыми волосами. Обалдеть! Она что, завладела моим телом? Да, да, она вселилась в себя. Она здесь, Дим, смотри, она здесь! Вот она! Жесть! Смотри, у нее руки подняты наверх. Блин, у меня такое ощущение, что все было как будто как бы... Как во сне. Кто-то звонит. Кто-то мне звонит. Дим, неизвестный номер. Неизвестный номер. Кто-то неизвестный мне звонит. Черт, может быть, это она? Ладно, берем трубку, ребят, берем трубку. Алло? Сбросили, но здесь у меня какое-то послание. Тебе осталось жить 5 дней? Господи, что это за бред? В смысле мне осталось жить 5 дней? То есть после того, как я заказала Барби Экзе, мне осталось жить всего 5 дней? Обалдеть, ребята, а если эти звонки будут продолжаться? Куклу мне уничтожать нельзя, мне нужно будет разобраться в этом. Блин, офигеть, ребята, это просто нереальная жесть. Просто жесть, короче говоря, я не знаю, что мне делать. Я не знаю, как мне быть и что делать с этой куклой после того, как она напала на меня. Я не знаю, что делать. И еще у меня осталось всего лишь 5 дней, друзья, я не знаю. Господи, что с ней? Дима, что с ней? Мне кажется, что ее глаза двигались. Мне кажется, что рот ее двигался. Дим, господи, давай ее поставлю. Я ее боюсь. Я ее реально боюсь. Жесть, господи. Стой здесь, Барби. Посмотри, ты видишь? У нее глаза шевелят. О, господи, нет! Барби мчится за мной! Барби бежит за мной! Ребята, вы это видели? Барби напала прямо на меня. Она ожила, она реально бежала. Вы видели? Это была живая игрушка, друзья. Я не знаю, что будет происходить дальше. Чтобы не пропускать видео, подпишись на мой канал и не забудь нажать колокольчик. Сделай красную кнопку серость. С вами была Королева Мистики. Всем пока!